Со стороны,
согнута, другая прямая. На пятки достаем кольцо. Возвращаемся. И носки внутрь. Пять. Баланс очень важен нам, равновесие. Шаг. Шаг направо. Вправо. На середину возвращаемся. Направо. На середину. Добавляем руку. 5 4 3 2 1. Давайте попробуем чуть-чуть соединить. Мы делаем шаг вправо на середину, а потом налево. Шаг вправо, середина, налево. Делаем шаг вперед, правой ногой. Поднимаем левую, возвращаемся, качаем. Правой ногой. Никуда не ходим. Никуда не ходим. Это другой баланс. Мы это еще не делаем. Этот мы еще не делаем. Не надо высоко поднимать ноги, нам оно не надо. Нам просто нужно оторвать ногу от тела, чтобы баланс пришел на ту ногу, которую мы хотим. Совсем чуть-чуть. Молодцы. Теперь у нас левая нога вперед. Левая. Баланс. Очень важно работать на баланс каждый день. Правая нога вперед, шаг вперед, остаемся здесь. Сгибаем правую ногу.